Так, с вами опять Комаров Виталий. Вот у нас на улице Московской облагораживается, как говорится, строится тротуар. Здорово, мужики! Вот, кстати говоря, главам управления в других районах, это Сердобск, другие такие, которые все разваливаются. Вот большинство у вас мужики, и вы сидите на жопе ровно и четко так, как говорится, отчитываетесь перед губернатором, что у вас все в порядке. У нас вот две бабы, вот в буквальном смысле, две бабы рулят. Это Тамара Анатольевна Павлуткина и глава поселковой администрации Надежда Михайловна Селемнева. Вот эти две женщины, они взяли на себя вот такую ответственность и занимаются этим. А вы, мужики, сидите жопой на своих креслах, и вам нахрен ничего не надо. Вы ссытесь своей, ссытесь ответственности, вы не хотите этим заниматься. Особенно вот Сердобск. Сердобск, это можно сказать, город моего отца, он жил в этом районе, село Мещерское, Сердобск — это деревня, другими словами больше никак не назовешь. А вот наши две женщины все умеют, не побоялись взять на себя ответственность. Да, конечно, вопросы есть, хотелось бы, чтобы наши жители вообще не имели возможности уезжать в Москву, а работали бы здесь. Это было вообще бы шикарно. Но две женщины справляются, а мужики трусы протирают в своих креслах. Вот так вот.